Так, мне кажется, пришла неплохая мысль в голову. Сейчас я попробую. Вот эти четыре я могу их соединить, допустим, да, сказать F. Потом вот эти опять четыре. F. А здесь я могу сделать следующее. Я могу взять K и прорезать до конца вот так, и тогда вот это будет лишнее, либо да, я могу его удалить. Вот. А четырехугольничек, естественно, можно слепить вместе, вернее, заполнить F. Кажется, получилось. Единственное, что вот тут как бы, ну там капот поднимается, поэтому можем или же ее опустить вот так, да, допустим, сделать, или пока оставить. Ладно, вроде бы как справились, слава тебе. Ну, а пока мы с вами займемся следующим. Так, сверху, если мы посмотрим, мы видим вот эту штуку. Не знаю, здесь еще одна грань. Смотрим сверху, сверху смотрим. Здесь однозначно надо. Сказать Ctrl-R и чуть подвинуть. Вот это будет точно. Так, а здесь я прямо таки не знаю. Ну еще раз Ctrl-R. Сюда поставить или сюда. Пока сюда поставим, там видно будет. Ну и как это сейчас тут поступить с этим делом? Сейчас подумаем. Если вы меня спросите, что же это за штука такая, я вас верну сейчас к Hellcat. Дьявольский код, да? То есть вот эти штуки, ребят, вот. Вот эти два забора воздуха, как я понимаю. Тут хорошо видать здесь. Вот они. И поэтому, естественно, нам, скорее всего, нам не хватит. Вот тут, мне кажется, надо все-таки две штуки провести. Ctrl-R. Заодно мы смягчим. Ctrl-R. Вот так. Пока оставим так. Так, вернемся сюда. И тут мы с вами, видите, как раз то, что я предполагал с самого начала, давайте, дескать, сделаем, но лучше перебдеть, чем не добдеть. Вот так. Вот, теперь все правильно. Так, как же с тобой поступить? Это вот то, что меня пугает. То есть как сделать так, чтобы все было красиво, в то же время при мягком, вернее, при сурфейсе. Сейчас у нас лоу-поле. При лоу-поле это меня и пугает, конечно. А вот, ну да ладно, глаза боятся. Руки делают, да? Ага, хорошо. Сейчас. Это ясно, ребята, что мы с вами, если будем тут экструд делать и так далее, то этим не отделаемся. Ничего не получится. Поэтому сделаем так. И сюда. Этот вот наоборот. То есть я попытаюсь сейчас ее на
приблизить к тому, как она выглядит, эта штука. Так. Примерно хотя бы. Так. Заодно выравниваем наши загубленные вот так вот. Ну а дальше предлагается хитрый ход. То есть берутся вот эти полигоны. Вот эти полигоны. И просто вырезаются. Сделаются дырки. Вот так. Так, что дальше? Я предполагаю, что надо будет поднимать это наверх, потом как-то соединять, наверное. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас подумаем, посмотрим и примем решение. Ну, я тут подумал, что тут, скорее всего, без треугольников не обойдется. Вот, к сожалению, моему большому сожалению. Так, так, так. И теперь говорим Е, опускаем это вниз. Нет, ребят, не так. Просто опускаем вниз. G по Z. Вот. Нет. G по Z. Да еханы. Не G, а E по Z. Иногда путаешься. Так, и теперь S. Даже больше можно. И маленько поднять, глубоковато, мне кажется, она. Ну, теперь G. Да, вот так будет правильно. Так, теперь вот этот выбрали. Ребро, сказали, F получили. Ну и вот тут, ребята, вот этот момент, когда мы без треугольника, скорее всего, не обойдемся. F. F. Ой, F. F. Ну и теперь выбрать эти четыре точки. То есть мы сделали такую штуку. Но мне бы хотелось провести эксперимент, честно. Я сейчас отбегу назад, очень сильно отбегу. До того самого момента, покуда у нас были эти два полигончика. Вот они. Смотрите. Вот пока они все ровненькие и так далее, почему все-таки мы не можем сделать следующее? Мы возьмем сейчас и вот так. Потом опустим это. Не так. А теперь мы это должны R сделать. И вот так опустить. Вот так. И чуть вниз. Все равно чуть-чуть. Так. И вот после этого... Почему мы не могли бы сделать следующее? А, то есть, я сейчас просто попробую, потому что M первое сюда. M первое сюда. И вот эти два чуть раздвинуть. S.
То есть я думаю, что все-таки этот путь есть. И он возможен без удаления. Единственное, что могут вдруг появиться какие-либо двойные точки, но я не думаю. То есть вот я попробовал и думаю, что вполне годный вариант, ребят. Посмотрите сюда. Все ровненько, красивенько и ничего. Практически все можно было так сделать. Ну, все дороги ведут в Рим, как говорится, да? Сейчас мы это еще поправим. Вот так. Все, следующее мы будем делать сложную вот эту вещь, которая нам позволит утопить ее и выделить эти два крыла, как бы, да? Хорошо. До следующего видео. Пока.